Школа энергетики была образована в 2018 году как объединение энергетических и электротехнических направлений в Томском политехническом университете. Выпускники школы работают во всех сферах энергетики, от Дальнего Востока до Калининграда. И многие из них на должностях генеральных директоров и руководителей крупных энергетических компаний. Когда выбор будущей профессии стоял передо мной, мой отец сказал: «Выбери ту отрасль, которая умрет последней». Я взвесил, проанализировал, это оказалась энергетика. Приходите к нам.